драку. Большим штрафом наказан Найджел Доус, номер 9-й, команда «Автомобилист». Еще одна драка. Голосов и Муранов. Здесь, конечно, Голосов заметно уступает сопернику в антропометрических данных. И Муранов очень легко укладывает Анатолия на лед. Еще одна попытка взбодрить своих партнеров. Вот Анатолий Голосов. Молодец, что не побоялся. Пошел на более крупного соперника. Ну, а перед этим там было зафиксировано нарушение. Вот оно. Муранов жестко сыграл против Литовченко. На рубеже чужой синий. Нарушил правила.